Не успели мы прийти и подготовиться к работе, как самый маленький из пауковых уже игрался с нашей сумкой. И тут все такие, активные и веселые, глаз да глаз. На вопрос, как справляетесь, Надежда ответила: «Просто направляем энергию детей в мирное русло, учебу и спорт. Здесь у каждого свое место для медалей, и у каждого уже есть награды». Это первое место за прыжки на батуте. Это тоже по плаванию второе место. Это первое место по борьбе. И в учебе успехи. Ни одного троечника. Они как маленькая сборная, настроенная на победу во всем. С уроками помогаем мы, мама и папа, когда у кого есть время. Папа в основном по математике больше. Я какие-то гуманитарные предметы, там окружающие, там история, биология, география, английский, русский. Еще одна важная традиция – это совместные завтраки, обеды и ужины. За общим столом можно обсудить планы. Сегодня свободный день, а значит, всей семьей выбирают маршрут прогулки. Пуля, пуля! Хорошая! Любимое место – конюшня. Покормить, погладить, научиться заботиться о животных. Приезжать сюда стараются хотя бы раз в неделю, когда есть окошки между уроками, секциями и работой. Мы просто живем, просто стараемся, просто хотим, чтобы они выросли добрыми, здравомыслящими, трезвыми людьми, достойными своего. И то, что они русские люди, на этой земле живут богатейшие, такое наследие, все такое, чтобы они это все впитывали. Это не значит, что нет проблем, просто преодолевают их все вместе. Дети, конечно, соперничают, иногда ссорятся, но любовь и доброта уже глубоко внутри у каждого. А личный пример родителей – это и есть воспитание, говорят пауковы, лучшая многодетная семья России. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.